Дом 10 по улице Тимирязева был построен 50 лет назад. За это время у пироговцев накопилось немало предложений по улучшению жилищных условий. Сейчас узнаем, каких. Первое, что бросается в глаза – козырьки дома. Они и портят общий облик. То, что стекает с крыши, попадает на козырьки, а как следствие и людям в окна. С крыши все течет. Проектом дома это было не предусмотрено. И, конечно, все это капает, все это не очень хорошо. Но вот обещают нам, в принципе, это сделать. Дорогу нам сделают новую, асфальтируют все заново. Подъезды тоже, всю эту зону подъездную. Плюс, я говорю, это большое дело, это будет очень большая реконструкция именно вот площадки придомовой всей территории. Здесь и представители управляющей компании ДЖФ «Пирогово Комфорт», и коммунальные службы, и общественники. Они не менее жителей заинтересованы в решении задач. По поручению главы округа Юлии Купецкой эту встречу организовал Юрий Уланов. Много лет он проработал главой городского поселения Пироговский. И сейчас ему по-прежнему не безразлична судьба родного поселка. Его знает почти каждый житель дома, поэтому наладить новую систему взаимоотношений удается без труда. Житель всегда прав. И нужно всегда слушать, в первую очередь, прежде чем планировать что-либо. Вот на местах, да, нужно всегда слушать кого? Жителей, потребителей этих наших и государственных, и всяких-всяких услуг, коммунальных и любых услуг. Если это происходит, этот вот союз, жителей и власти, то тогда результат будет очень хороший. На встрече подвели также итоги отопительного сезона. По словам жителей, он прошел более чем успешно, и вопросов коммунальщикам у них нет. В протокол встречи внесены все предложения жителей, среди которых также озеленение территории и обустройство условий для выгула собак. Буду содействовать в реализации вот тех планов, которые здесь будут прописаны. В инвестиционном паспорте будут прописаны. Новая система взаимоотношений между жителями и обслуживающими организациями налаживается в Мытищах по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Анна Смирнова, Андрей Капустин, Первомытищинский.